Губкинских предпринимателей чествовали в администрации города. На торжественной церемонии особо отметили, что представители городского бизнес-сообщества вносят значимый вклад во все важнейшие сферы жизни муниципалитета – благоустройство, бытовые и медицинские услуги, торговлю и благотворительность. Губкинские предприниматели, они вообще как бы активны априори. Само по себе вот это муниципальное образование, оно у нас в регионе родоначальником является многих, во-первых, идей поддержки, эффективных идей поддержки, надо сказать. Ну и ответной реакции со стороны бизнеса. Я хочу отметить, прежде всего, губкинских предпринимателей своей социальной активностью. Напомним, что в 1994 году губкинские предприниматели первыми в округе создали свой союз с управляющим органом – городским советом предпринимателей, который все эти годы плодотворно сотрудничает с муниципальной властью, решая общие задачи социально-экономического развития нашего молодого северного города. Также в Губкинском работает муниципальный фонд поддержки предпринимательства и малого бизнеса, который дал путевку в жизнь многим начинающим бизнесменам.